ดลาเต้เพลสมาเต้วันเดียวนะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ15 บาทนะคะขอบคุณค่ะ Привет Слышал, сейчас покупала кофе в магазине. Там при входе говорят «савадика чонка». Это переводится как «здравствуйте, добро пожаловать». Так что «савадика чонка» на наш канал. Как тебе этот комплекс? Пойдем, я тебе его покажу и расскажу про него. Здесь прямо над нами находится спортзал. Давай с него и начнем. Там много разных тренажеров и панорамные окна. Представляешь, бежишь такой по дорожке и смотришь на вот эту зелень и на бассейн. Кстати, бассейна тут два. Смотри, какие огромные. Построили этот кондоминиум в 2013 году, и он до сих пор в очень хорошем состоянии, потому что за территорией тщательно ухаживают. Когда комплекс сдался, квартиру здесь можно было купить от 1,5 миллиона бат. Сейчас, конечно, они стоят дороже. И те, кто вложился еще в 2013-2014 году, с учетом стабильного курса бата и постоянно растущего рынка недвижимости и динамики цен, в любом случае остались в плюсе. Этот комплекс чаще выбирают те, кто работают на острове, или туристы с визами от 3 месяцев и более. Стоимость аренды зависит от срока. Например, на полгода можно снять однокомнатные апартаменты с небольшой кухней за 9000 бат в месяц. А в вашем городе есть что-нибудь подобное с такой инфраструктурой и по такой схожей цене? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Конечно, апартаменты рядом с пляжем стоят дороже, и для инвестиций это будет более выгодным вариантом. А сегодня как раз мы едем на север острова в один из таких комплексов. Новенький, только отстроенный тайтл, про который я рассказывала вам уже в одном из наших предыдущих роликов. Это было в прошлом году. Тогда я показывала вам шоу-рум, так как на тот момент комплекс еще строился. Если интересно, ссылка в описании. Сегодня наша цель – пляж Наянг. Он находится рядом с аэропортом. Я сейчас в центре острова, и на дорогу мне потребуется около 40 минут. Ну что, поедем? Ты видел, как растут ананасы? Вот целое поле, посмотри. Смотри, какой маленький. Он начинает расти так, а потом у него уже отсюда появляется ботва. Вот, например, как этот. Таиланд – это один из главнейших мировых поставщиков ананасов. Учитывая вес плода, это, наверное, самый дешевый тайский экзотический фрукт. А вкус у него нежный, сладкий и тающий во рту. Любят его не только люди, но и слоны без ума даже от ботвы. Конечно, ананас – это лишь малая часть того, что выращивают в королевстве. Уникальный климат и география позволяют получать несколько урожаев в год. Сельское хозяйство – одна из основных отраслей в экономике Таиланда. Здесь выращивают огромное количество разных культур. Но об этом я расскажу тебе в одном из наших следующих видео. Классно, что комплекс охраняется и просто так сюда не попасть. Ну как же круто сделали! У меня ощущение, как будто я попала в королевство Тайтл. Корабль, мосты, сады, башни – все как в средневековом замке. Я думаю, что дети будут в восторге от этого места. Посмотри, проект только сдался, а туристов уже много. Те, кто инвестировал, уже получают свой первый доход. А давай спросим у кого-нибудь, как им здесь живется. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, а как вас? Здравствуйте, меня Михаил. Очень приятно. Михаил, скажите, пожалуйста, как вам этот комплекс Тайтл? Вы здесь вообще арендуете или приобрели недвижимость? Я здесь арендую. Ну, мне очень здесь понравилось. Мы приехали сюда изначально сначала на месяц, потом решили остаться здесь до 27 мая. Здорово. Вот, потому что нашей Кате очень нравится здесь. Она любит очень бассейны. Здесь очень хорошая цветущая зона. Вот, и уже просит купаться, да? А как вам пляж? Пляж очень хороший, находится очень близко, чистый, очень удобно купаться с маленькими детьми, так как хороший ровный заход,
Есть кораллы, где плавают очень много рыбок. Знаменитый пляж, который видно, когда садятся самолеты. И могу дополнить, что здесь еще заповедник, где растут какие-то очень интересные деревья, и всегда очень много тени, что тоже не очень маловажно. А скажите, а вообще есть в планах инвестировать в недвижимость Пхукета? На самом деле есть. Вот, к сожалению, здесь все распродано, но вот рядышком будет строиться новая очередь. Есть большое желание, в общем, приобрести здесь недвижимость, потому что, я думаю, очень выгодное вложение. Здесь стабильный бат, и всегда он будет приносить доходы, потому что расположение очень удобное, тихо, спокойно. Это совсем другой отдых, не как на других пляжах. Здорово. Спасибо вам большое. Удачи вам. Всего доброго. Спасибо вам тоже. Всего доброго. Еще 5 месяцев назад все это выглядело так. Хорошо, что в Таиланде такой благоприятный климат, и все строится очень быстро. А тем более, когда у застройщика есть такой большой опыт. Интересно, как быстро они построят свой новенький комплекс на юге в районе Раваи. Надо обязательно будет сделать про это обзор. Да и вообще, проехаться с инспекцией по всем проектам. Я тебе напомню, на территории 7 зданий по 6,7 этажей, в общей сложности 427 квартир. Больше, конечно, односпальных апартаментов, так как они более популярны среди туристов для аренды, стоят примерно 30-40 тысяч бат в месяц. Я просто влюблена в этот комплекс. Вообще, мне нравятся все проекты этого застройщика. И сейчас самое время вложиться в их новый проект, пока еще все не раскупили. Здесь, кстати, 5 бассейнов у каждого корпуса, а 6-й на крыше одного из зданий. Но на крышу не пойдем, очень жарко. Поехали уже на пляж, заодно и посмотрим, насколько он близко. Смотри, как много придорожных кафешек. Здесь можно и блинчик себе взять, и фруктики, какой-нибудь кокос. 50 бат стоит блинчик. Thank you. Вот еще фруктовый смузи, вот, например, из киви есть. Кстати, я вообще редко видела, где 70 бат стоит. Из красного дракона коктейль. Пойдем посмотрим еще, сколько стоит еда. Жареный рис 70 бат. Смотри, иди сюда. Вот жареный рис есть с яйцом, с овощами. Если с говядиной, с креветками, по 80 бат уже. О, рис в ананасе. Давай возьмем. 188 бат получается. Или 150, что тут непонятно, сейчас узнаем. А, 150 бат. Pineapple. Okay, 150 baht, right? 150 baht. How? Can I have a watermelon smoothie? No sugar. Only fruit and a little bit ice. Надо следить за тем, как они делают смузи, потому что в некоторых лавочках я видела, как добавляют порошок, усилитель вкуса. Поэтому я всегда смотрю, чтобы был только фрукт и немножечко льда. Окей. Она уже поняла, что я слежу. И говорит, вода. Типа я тут ничего не добавляю лишнего. Хочу там возле пляжика прям сесть. Смотри, какой красивый. Прямо в ананасе. Символично. Сегодня мы посмотрели, как растут ананасы. Сейчас поедим.
Как тебе этот проект? Классный, правда? Он настолько популярен, что квартиры в нем уже все проданы. Но в ближайшее время здесь же, на пляже Наянг, они планируют построить еще несколько зданий. Кстати, для тех, кто уже на Пхукете, есть прекрасная возможность увидеть все объекты лично. Мои контакты в описании под этим видео. Я надеюсь, вам было интересно. Не скупитесь на лайк, подписывайтесь на наш канал. Жду комментариев. Ну и до новых встреч на райском острове Пхукет.